Врачи-трансплантологи наградили казахстанских журналистов. Традиционно Национальный центр хирургии имени Сызганова отмечает работу тех, кто освещает успехи нашей медицины в области пересадки органов. Одним из номинантов премии «От сердца к сердцу» стала и журналист телеканала «Хабар» Гульнара Умарбекова. Это пациенты клиники Сызганова и герои сюжета Гульнары Умарбековой. Минувшим летом врачи провели сложнейшую операцию. Пересадили органы от одного донора, погибшего от инсульта мужчины, сразу четырем пациентам. Хирурги сумели убедить родственников, что его сердце, печень и почки спасут жизнь тем, кто безнадежно болен. Журналисты написали об этом статьи и сделали передачи. Лучшие из них стали победителями конкурса «От сердца к сердцу». Человек, который находится на листе ожидания, он живет 6-8 месяцев. А после трансплантации он может жить 30-40 лет и быть счастливой мамой, счастливым папой, дедушкой, бабушкой, кем угодно. И этот конкурс буквально за 2 года, в 2012 году мы один конкурс провели, в 2013 году второй конкурс. 60% населения, это, я думаю, что очень большое достижение, стало поддерживать. Уровень подготовки хирургов наших клиник уже не уступает японским или корейским. Оборудование тоже закуплено в больнице самое современное. Тысячи пациентов нуждаются в пересадке органов, но часть казахстанцев пока настороженно воспринимает мысль о том, что сердце или почка его близкого человека может послужить кому-то еще. Однако публикации об успешно сделанных операциях и благодарных спасенных людях дали позитивный эффект. Если наши медики занимаются пересадкой органов, печени, почек, сердца, то мы, журналисты, в данном случае наша съемочная группа, это вот Галым Шалабаев, Валентин Лобанов, моя коллега Алуа Махамбет, которая даже в большей степени может претендовать на этот приз, мы вкладываем в свои материалы душу. Я думаю, что если это поможет спасти жизни людям еще, то я считаю, что наша работа сделана. Учитывая позитивный эффект журналистского конкурса, руководство клиники Сызганова решило подводить итоги не один раз в год, как это было раньше, а каждый квартал. Татьяна Напольская, Галым Шалабаев, Алматы.